Всем привет, доброе утро. Смотрите, какое солнышко у Ксюши в комнате. Ксюша, ты уже готова? Посмотри, что в пижаме сидишь. У нас через 30 минут уже выходить нам. Давай, уже 8:30. Папа тоже валяется на кровати. С вами только собираться куда-то идти. Вот, сегодня очень хорошая погода. Смотрите, какое солнышко светит. Классно. Уже 9 часов и выходим. Можете выйти 3 минуты. Да, ну сейчас она пока не звонила еще. Наверное, не знаю. Не с нутеллой, наверное, скорее всего. Просто шоколадный какой-то крем. Но все равно целый день она будет одна. Пойдемте туда. Мама, да? Да, туда. Ну иди. Как дела? Я заклеила. Ксюша, пупок не заклеила? Я хочу пупок клей, дай мне пластырь. Это у меня. Пластырь у кого? У меня. Мы сейчас заехали на заправку, заправимся, возьмем что-нибудь попить и все. И что еще нам надо? Хлебушек. Хлебушек купить. Все, ой, нет, подожди, это сильно я открыла. Вот так, чуть-чуть. Мама, не все. Зачем все открывать? Нет, здесь открыто. Давай все, потом. Макс у нас поехал в другой машине. Машин очень много, видимо, все тоже едут куда-то на прогулку. Очередь заправлять машину. На... Чё ты пинаешь кресло? А, ты разулась? Думала, ты там в обуви. Чё, поехали? Давай! Ты мой краш. Давай. Я хочу уже кушать. Много не пей. Чипсы я же вам дала, почему не кушаете? Я сегодня не завтракала, взяла вот такую пиццу. Да. У нас дорога 1:30, займет время. Пробка. Я же говорю, сегодня все поехали гулять. Нам осталось еще 30 минут. Все, уже нет столько поворотов. Укачала? Мама, может быть, жвачку жевать, чтобы не укачала? Ксюша, будешь жевать? И не помогает никакой пластырь на пупке. Нужно таблетки, наверное, да, какие-то покупать. Почти приехали, осталось 3 минуты. Как себя чувствуете? Нормально? Нет, ну ребенок. Вон он уже падает. Так, теперь задача найти парковку свободную, которую найти очень тяжело здесь. Уже все занято. Парковки заняты все. Куда парковаться будем? Вот она, эта гора с водопадом. Сали. Тут тоже все занято. Нет. Папа у нас куда-то пропал. Из виду. Шли-шли вместе и все, и потом исчез. Тут не видно их вообще на горизонте. Он, наверное, нас оставил и домой поехал. Так, идем. Такие домики тут красивые. Корох. А вон там водопад. Нет. Вот. Каролина, давай ножками ходи. Давай. Папе тяжело. Сейчас мы немножко повыше поднимемся. Девчонкам так весело, они так рады. Счастье на их лицах. Просто посмотрите. Нет? А что? Вот такое вот маленькое кладбище. Оно огромное. В жилом месте. Здесь сколько людей? В Швейцарии это нормально. Там, где живут, там рядышком кладбище. Не маленького. Мама, она меня хочет скинуть, я ей прости сказала, я не хотела в нее. А ты в нее сначала кинула? Я не хотела. Тихо, у меня камера. О, хотите вот в таком домике жить? Нет, они красивые, тут очень много. Почему? Очень много окон, значит, очень много света. Ну, некрасивый сын. Смотри, какой домик. Некрасивый. Ой, тут уже снег. Мама, мы до снега добрались. Ну, как нельзя, открыто, нет никаких. Там
такое? А мы все идем, идем еще. А? Сколько мы уже прошли, а? Папа вообще, он там далеко, мы самые, мы вперед ушли с Ксюшей. А? Купаться? Ну, если летом, то можно, Ксюша. Как ты здесь будешь купаться? Песит. А? Нет, она, видишь. Ой, нет. Кисюнчик. Кисечка. Красивая такая. Домашняя кисюня. Домашний кисюнчик. А да как это? Кара, но то у нас не разманус. Дай лапу. Ой, не надо за хвост, они же такие. Так, а здесь можно купить сыр, колбасу, сосиски, купить что-нибудь. Хотите сыр купить домашний? Домашний сырочек. Только для Макси ты алканса, Кара. Разделись, нам жарко. Мы уже в футболках ходим. Сколько, интересно, градусов здесь? 10. Градусов 10 точно, если не больше. Нет, больше даже, градусов 15 на солнце. Солнышко светит. Да, сейчас мы гриль будем жарить. Где? Там? Вон туда дальше пройдемся. Осталось минуточек 5. Сейчас дойдем до одного места, где можно жарить гриль. И все. Давай. Так, мы нашли такое местечко, чтобы жарить гриль. Здесь есть дрова. Разжигать костер. Привет. Столики. Все, привет. Привет, привет. Речушка. А мы их не будем сюда ложить? Я не знаю, она же грязная. Мы, наверное, будем на палке жарить. Мам. Так, все, мы уже разжигаем костер. Можно погреться, да? Здесь так тепло. Солнышко уже спряталось. Так оно же потом само затухнет. Пойдем сюда, Ксюш, здесь тепло. Сейчас будем кушать. Солнышко уже спряталось. Так быстро, что ли? Там рапидо? Лея, у нас талиста. Так быстро? Ну там классно, вон туда курточку перенеси и можете там кушать. Ты же в куртке. Садись, не бойся. Он до тебя не достанет. Только вдоль мяса делают. С беконом. С салом. Мы такие, опа, Вальди, она к цивоне. Такие на выходе. 4-5 сосисок, 8 франк. Процент. Так, а теперь просто держать нужно, да? На весу. Да, вот так. Вообще, по идее, лучше, чтобы костер немножко, знаешь, получить. Только... Так, все, приятного аппетита. Сосисочки готовы. Вкусно? А почему у тебя нет интернета? Потому что ты выключила телефон, и он отсоединился. Сидим, греемся. Я хочу тоже. Кушай сосиску давай. Как миллион? Нет, уже сегодня в гости мы никуда не поедем. Мы сейчас пока домой доедем, будет уже темно. Уже у нас сколько? Почти 5 часов вечера. Хорошо, так тепло тут. Так, все,
Пойдем и поехали. Сейчас посмотрим, если успеем заехать в одно место. Окошечко прикрой, немножко сильно открыла. Время у нас уже 6. Нет, 5 часов. Маргарита впереди сидит. Что за гнездо у тебя тут сзади? Запуталась. Все, мы наконец-то вернулись. Мама, пишу, уставшие все. А? Что? Вот такого пластилина. Такого много у нас пластилина. Не знаю, мне голова болит. Меня укачало. Я ехала сзади, это ужасно. Сзади ехать и по таким этим поворотам. Это вообще, конечно. От 9 до 9. Сейчас 8. 10. Ну, почти, да. Ей покушать дать? Тема хорошая. Иди сюда, Бонни. Да, ее покорми. Покорми ее обязательно. Целые две лужи налила. Точно было тебе, или ты спала целый день? А, собака. Спала, наверное, целый день, да? Будем, наверное, отдыхать. Да? Будем отдыхать. Я лично ничего не знаю, я пойду спать. Ну, сейчас же. Я устала, у меня голова болит. Ты что, сейчас вообще так пойдешь спать? Нет, то я переоделась. У меня тоже, и у папы голова болит. Вот у нас таблеточку сейчас. Сейчас выпьем таблеточку и спать. Вот любой ствол. Вот и болит. Раскалывается голова. Пластырь. Ну, вообще не помогло. У нас пупка снимает пластырь. Не помогает? Мама, меня там тошнило. Да? Нет? Зачем? Там водопад такой. Я хотела кислую. Вот эту кошечку, которую мы встретили же. Она хотела ее забрать. Но она же чья-то, нельзя ее забирать. Да что за... Ну я говорю, забери вон в куртку засунь ее, спрячь и все, унесем быстро. Но она не захотела. Ты сама не захотела. Нельзя. Ну конечно нельзя. Что бы ты делала, если твою кошку забрала? Конечно нельзя, это чужая кошка. Ну вот. Ладно, все, ребят, мы будем отдыхать. Всем спокойной ночи. Всем пока. 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 Пока.